побеждает Гусев Артем Владимирович. Вряд ли в 2017 году выпускник МГУ Артем Гусев, неожиданно для многих оставивший Москву и вернувшийся учителем в родную школу Владимирской области, думал, что уже через 6 лет станет победителем всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Но это случилось, и теперь он на сцене получает диплом из рук министра просвещения Российской Федерации Сергея Гравцова и главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Засветить победу хочется он самым главным учителям в моей жизни. Это мой наставник Ирина Вячеславовна Кондратьева. Вот она здесь. И это моя мама, которая смотрит все трансляции и сразу после конкурсных этапов пишет, что гордится и что мое выступление, конечно же, будет самым лучшим. Также в этом году впервые в конкурсе была учреждена новая номинация, в рамках которой выбирали лучших воспитателей детских садов, обучающих родному языку. И здесь победу одержала представительница Татарстана Айсылу Латфуллина. Поднявшись на сцену для награждения, девушка еле сдерживала эмоции. Помимо победителей, дипломы и ценные подарки получили все призеры конкурса. А еще все, без исключения его участники, получили за эту неделю огромный опыт, новые знания, а также массу положительных эмоций от пребывания в Карачаево-Черкесии. И многие конкурсанты выразили желание приехать сюда еще раз, правда, уже на отдых. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, РХИЗ 24.